Из-за ледяного дождя, который этой ночью обрушился на столичный регион, все улицы превратились в настоящий каток. И как следствие, это привело к десяткам, а то и сотням аварий. Так, например, в подмосковном Дзержинском один из жителей попал в аварию прямо у себя во дворе, когда утром отправился на работу. Зацепи, тихо. Кому зацепил? На, камри зацепил. Владелец другого автомобиля, рискуя собой, пытался оттолкнуть неуправляемый внедорожник, однако ДТП избежать не получилось. В это время в столице из-за гололедицы на МКАДе грузовик занесло в бетонное заграждение. Удар был такой сильный, что он перевернулся. Чтобы поставить многотонную фуру обратно на колеса, пришлось задействовать автокран. Шофер серьезно не пострадал. Чего не скажешь об автомобилисте из Серпухова. Там мужчина тоже потерял контроль над машиной. По словам очевидцев, ее стало кидать из стороны в сторону, после чего на полном ходу она протаранила отбойник. О силе удара можно судить по разбитой передней части иномарки. Ее владелец получил травмы. А этот таксист вообще чудом остался жив. Его едва не раздавила многотонная бетономешалка, которая во время поворота не смогла затормозить и выехала на встречную полосу прямо в лоб извозчику. В результате легковушка почти наполовину оказалась под тяжелой техникой. Капот раздавило, словно он попал под пресс. Похожая ситуация произошла на дороге вблизи Павловского посада. Там водитель грузовика не смог остановиться и на скорости врезался в попутную машину. Ее развернуло поперек проезжей части, а сам грузовик съехал в кювет и едва не опрокинулся. Коммунальщики всего региона работают в режиме повышенной готовности и на пределе своих возможностей. По прогнозам синоптиков, непогода продержится в центральной части России до конца недели. МЧС рекомендует водителям, если нет большой необходимости, отказаться пока от поездок на автомобиле.